Этим утром казалось, что детская поликлиника на 60 лет октября лопнет от пациентов. К обеду людей стало чуть меньше, но напряжение не спадает. Пациенты по час-полтора ждут своей очереди. Детей принимают всего два педиатра. Ребята с простудными симптомами и их родители и рады бы не сидеть в этих душных коридорах. Многие вызывали врача на дом, но он так и не пришел. Так что здесь бок о бок, больные и здоровые. Никаких раздельных потоков. Сначала я была в 9-м кабинете, отсидела там очередь. Ну, может, минут 20-25. Меня направили вот сюда. И здесь я уже полчаса точно сижу, если не больше. Ну вот сейчас будет моя очередь. Наконец-то дождалась. И такая беда сейчас во многих поликлиниках Красноярска. Врачей традиционно не хватает, а пациентов стало в 2-3 раза больше. Потому что к привычной уже эпидемии коронавируса добавилась еще одна эпидемия – острых респираторных вирусных инфекций. И в свете опасного ковида горожане стали чаще беспокоиться из-за простуд. Симптомы схожи, поэтому и врачей вызывают чаще, особенно детям. Увеличилось количество респираторных инфекций, увеличилось количество обращений. Понятно, что увеличилась и нагрузка на участкового педиатра, в частности, увеличение вызовов. То есть вызовов стало действительно много, педиатры стараются прийти, обслужить все максимально вызова. Поэтому ситуация действительно такая непростая на сегодняшний день. Сейчас в Красноярске 334 школьных класса. Из-за карантина ушли на дистанционное обучение. 588 учеников, по данным Главного управления образования, пропускают учебу из-за подтвержденного коронавируса. И это в два раза больше, чем было на прошлой неделе. Здесь, в 46-й школе, 12 из 38 классов ушли на дистант. Имеет место быть заболевание деток. Количество резко стало увеличиваться за последние вот эти две недельки. У меня у старшей дочери класс на дистанте. Как только у них началась заболеваемость, у РВИ более 3 человек, по-моему, их сразу посадили на дистант. Младший у меня, соответственно, от дочери заболел тоже дома. Лечимся. Скоро в школу. Минздрав принял решение тестировать на ковид всех детей с признаками ОРВИ. Но есть сомнение, что на практике система способна обработать все мазки заболевших. Пациенты поликлиники в Солнечном подозревают своих медиков в злоупотреблениях. Врача вызывали, не пришел, анализы не делал, но тест на ковид отрицательный. Позвонили из Минздрава моей дочери и сказали: Катерина Алексеевна, тест на ковид, взятый 23 ноября, у вас отрицательный. Вот такие случаи имеют место. Я думаю, что это не единичный случай, раз вот это произошло. К моей дочери никакой врач не приходил, никакого теста взято не было. Тем не менее, видимо, поликлиника подала сведения в Минздрав или в Горздрав, я уж не знаю, куда они подаются. Чтобы остановить эпидемию, врачи требуют от школ усилить профилактические мероприятия, а родители просят ни в коем случае не отпускать больного ребенка на учебу. Медицинские маски, соблюдение безопасной дистанции в общественных местах тоже никто не отменял. Специалисты считают, что пики эпидемий могут быть еще впереди, так что расслабляться пока рано. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК.